Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net, геометрия 7 класса, автор Берслян, задание 662. Треугольники ABC из вершины прямого угла C провели высоту CH и биссектрису CM. Длина отрезка HM в два раза меньше длины отрезка CM. Найдите острые углы треугольника ABC. Итак, нам дан прямоугольный треугольник ABC. Запишем, что угол АСБ 90 градусов. Из вершины С проведем высоту, как сказано в условии. Значит, СХ – это высота. И биссектрису СМ проведем. Биссектриса. Ну, биссектриса угла С, значит, давайте запишем угла АСБ. АСБ. Ну, мы вынуждены угол обозначать с помощью трех букв, потому что у нас из вершины угла С несколько лучей будет проведено. Вот, проведем эту биссектрису. Вот она, СМ. И нам еще сказано, что отрезок HM в два раза меньше длины CM, то есть равен 1/2 от CM. И нам нужно найти острые углы прямоугольного треугольника ABC. То есть нам нужно найти угол А и угол Б. Первое. Рассмотрим треугольник HCM. Это треугольник прямоугольный. И в нем гипотенуза CM, а катеты HM и HC. И нам известно, что HM равен половине гипотенузы CM. Значит, в этом треугольнике давайте напишем так, что поскольку HM равен половине гипотенузы CM, то тогда угол, который лежит напротив этого катета, угол HCM равен 30 градусам. Второе. CM – это биссектриса угла АСБ. Следовательно, она делит его на два равных угла. То есть угол АСМ равен углу МСБ и равен по половине от 90 градусов. Ну, так напишем, от угла АСБ. То есть по половине от 90 градусов, 45 градусов. Четвертое. Ну, тогда мы можем вычислить угол АСХ. Тогда он будет равен разности углов АСМ минус угол H. СМ, это будет 45 градусов минус 30 градусов, это будет 15 градусов. Пятое. Треугольник АСХ, это же тоже прямоугольный треугольник. И в нем угол АСХ и угол А – это его острые углы. Тогда угол А будет равен, ну, сумма острых углов равна в прямоугольном треугольнике равна 90 градусов. Значит, угол А будет равен 90 градусов минус угол АСХ. Значит, он будет равен 90 градусов минус 15 градусов, и это будет 75 градусов. И шестое. Теперь мы будем рассматривать сам треугольник ABC. Он тоже прямоугольный, и в нем тоже сумма острых углов равна 90 градусов. Острые углы – это углы А и Б. Значит, угол Б будет равен 90 градусов минус угол А.
А это будет 90 минус 75, это будет 15 градусов. Ну, нам осталось записать ответ. Угол А 75 градусов, угол Б 15 градусов. Задание выполнено. И если вам понравилось видео, не забудьте поставить лайк. А если у вас появились вопросы, пишите в комментариях.